Эндрю земляк Барака Обамы. Мне очень понравилось сниматься с моими друзьями из Магнитогорска. Это Серега и Женя. Могу я вам в данной ситуации процитировать Шопенгауэра? Для меня они очень-очень-очень большие кумиры. Быть рядом с Женей и Сергеем, не смеяться с утра до вечера, конечно, тяжело. Надо ехать в Москву. В сюжете я афрорусский, который живет в маленьком городе, мечтает попасть в Москву и стать звездой. Ты куда? В Белокаменную. Представляете, как африканец в белом платье. В нем ходить было очень неудобно, но мне кажется, что картинка была очень красивая. Я научился очень много слов. Например, ёкарники бастос, ёкарни бабай. Что за тярки? Пешкин головорот! Как только вернусь к себе на родину, открою школу русского языка. Машина, если честно, экзотика, она такая красивая. Мне немножко жалко, что так мерзнет на улице минус 16. Будет весело, будет смешно, я обещаю. Мамой клянусь.